Свет. Лоха. Мы уже уменьшили. Она самая веселая. Не-не-не, ну куда отходить? Серега, мы что можем, да? Мы уже парни ёпотные. А, я по камеру включил. Ты можешь оттуда посмотреть. Всё. Эксперимент. Как она, сука, прыгает. Это пипец. Проверяем упругость металла. Сопромат. Да. Селфи пол вот у меня. Селфи. Ну ты выставил, хоть бы вот так раз бы, хоть бы так себя снял бы, блин. О, точно, мы. А то что это вообще? Сейчас. Селфи палка. Показываю. Да. Я себя буду показывать. Успевайте нагнуться. О, какая минутка. Это вот у нас селфи-палка сделана из вешалки, из парикмахерской. Вешалка из парикмахерской. Вот это вот у меня кронштейн сделан для лазерного нивелира. Вот, и там три ноги, на которых он стоит. Это вот, а сейчас я ее поставлю и будет видно, что селфи-палка в работе. Вот так вот, видите? Вот она на земле стоит. Ну и естественно, если мы кадр подымем, вот. Тут вот кто-то что-то вот затарился, фуфайка, шуба, чтобы его никто не узнал. Что-то работает, сейчас, наверное. То есть, чтобы было понятно, вот я вышел на улицу, вот мы уже одну железяку согнули. Она вот туда за кабину уходит, лист железа, ровно до середины кабины, тут 2 метровой ширины. Заворачивается, вот как раз вот там понизу. И был сделан вот этот вот загиб, да, по всей длине, за воротом. Вот. Вот будка идет, заворачивается. И вот получается как раз вот этот угол, что я показывал только что, да. Вот он. Вот он. Вот он завернулся. Вернули, да? И аж сюда уходит тоже. Тут тоже завальцовано. Где-то вот до сюда. Потом это проклепается через двойной металл, чтобы заклепка не резалась. Завальцовочка. То есть опять же тара, ящики или еще что-нибудь, мешки. Край закрученный с радиусом. Травма безопасна. И к тому же жестко. Ну вот, пока вот так. Чтобы было понятно, что мы творим, есть огромный лист железа, вот такой вот. И что мы делаем? Вот представим, что вот это у нас будка, это уличная стена пошла, здесь у нас торцовый
столбик идет, да, на чем потом ворота будут висеть. То есть вот это торец будки, ну, допустим, левая сторона. Вовнутрь тоже заворачивается, здесь потом резинки, уплотнения всякие, да, притуляются. И, значит, что мы делаем? Мы по низу всей будки мы заворачиваем металл. Вот теперь посмотрим как бы изнутри. То есть мы делаем вот такую вот, вот такую картину. Завернутый шов. Заворачиваем его. Значит, для чего? Это не просто обрезанный шов, который будет ржаветь, да, а будет вот такой вот завальцованный, завернутый, то есть без повреждения краски. Ровненько, гладненько, травмы безопасно. Вот. И не ржавеет, потому что родной шов, как бы, вот он есть. Родная краска на оцинковке лежит. Вот. Все, это вот по краю. Сверху на него будет одеваться второй лист железа, также же. Тоже с вот таким вот краем. Вот. Ну вот, это вот маленький макет, это мы отрабатывали размеры, что куда, ширина, высота, как бы, да. Ну вот такой вот остался у нас. Ну, сейчас мы попробуем завернуть нижний край креста. То есть берем вот, вот эту нашу установку. Небрежным жестом, да, начинаем формировать край. И теперь следующей машинкой будем загибать край. Так, наверное, сейчас я точку поменяю. Ну, вот тут видно загнутый край под 90 градусов. Теперь мы его будем догибать почти на 180. Ну, 170, сколько там выйдет. Между собой съезжаются, ролик
эти вальсы, да? И мы можем делать догиб до вальсового. Длина листа 4,5 метра, толщина 0,7, крашеная оцинковка. Ну, здесь вот все эти мои причиндальчики. В общем, вот закрепили линеечку и сейчас делаем разметку. Берем карандашик, специальный эксклюзивный карандаш. И, соответственно, что? Намечаем линию гиба. Намечаем линию гиба. Ну, а так как у нас тут один угол завернулся, потом будет второй угол заворачиваться, тут будет большая толстая складка. Нам она не нужна. Поэтому делим угол на 45 градусов. Все.
соответственно, теперь, согласно нашей разметке, делаем еще два загиба. Гнутия или загибия. Как это правильно? Нормально загнули. Край. Делаем гиб на 90 градусов. Есть. Ну, даже чуть перестарался. Ну, нормально. Отпускаем. Зажимаем. Контролируем размер. Длина больше, чем ширина бокса.
Включаем камеру, там будем различать, ничего не видим. Сейчас нам предстоит
нужно строить на определенную ширину гиба, да, стану? Вот это. Регулировка осуществляется посредством фиксирующих болтов двух штук и длинных направляющих. Вот как это происходит. Откручиваем болтики. Ну, со временем сюда, естественно, можно быть барашки какие-то, винтики, крюшки приводить. Это потом. Сейчас надо работать. Вот мы их ослабили. И теперь они у нас, в принципе, вот они и едем, да? Туда-сюда. Вот. То есть теоретически можно их ну вот так вот аж удивлять. И тут еще даже немножко остается. До конца доехали, да? Доехали до конца, то есть в принципе я могу делать догиб аж вот такой длины. И длина эта составляет 250 миллиметров. Ага. То есть на глубину 250 миллиметров от края листа я могу сделать какой-то, выкатать какой-то загиб. Но в данной ситуации мне нужно всего-навсего 40 миллиметров. Поэтому делаем обратную операцию. Упираемся и сдвигаем. Вот так. Как поймать размер? А очень просто. Вот у меня есть обычный угольничек. Дешевенький ставер, да? Мне сейчас надо ровно 40 мм. Вот эта тут полосочка. И есть 40 мм. То есть мы ее вставляем между ножами. Выставляем ее. На краешек. По краю ролика, да? Вот гибочный. Начнем.
Утаскивали, не утаскивали. Даже пробовали, я не помню, что-то пробовали в эти углы. Ну да, вот там. Я их переносил. Это вот почему он так вот ломается. Ну, жестко, его потом уже прижмем. Все, ножи заточили, поставили, выставили, проверили. Режем железо.